Глухарь, обитающий в наших лесах, одна из самых крупных куриных птиц. Взрослые петухи могут весить более 5, а курочки более 2 килограммов. Вспугнутый глухарь взлетает с громким шумом и хлопанием крыльев и обычно отлетает недалеко, тяжело лавируя среди деревьев. Держится глухарь обычно в старых глухих лесах. Весной у глухарей начинается ток. Чтобы увидеть его, надо прийти на предполагаемое место тока с вечера. Прилетающие на ток петухи очень осторожны и при малейшей опасности улетают. Ток начинается обычно до восхода солнца. В местах, где глухарей много, на ток могут собираться десятки петухов. Естественно, что ток посещает и самки. В этот же период они строят гнезда, а, закончив кладку, перестают интересоваться токующими петухами.